Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в передаче символов военно-патриотической эстафеты главы Одинцовского округа «Салют Победе». Творческую программу для церемонии подготовили актеры молодежного театра «Крылья». Копию знамени Победы, клятву партизан и противотанковую гранату торжественно передали из теруправления Жаворонковское в Ершовское. Напомним, седьмой этап эстафеты «Салют Победе» посвящен городу-герою Смоленску.